Всем здорово! С Мигидром 4 сегодня с реакцией на Сыендука. Глубинные хроники от Блока. Наконец-то он вернулся к этой рубрике с хрониками от Блока. То есть, всякий спам, который замаскирован под рекламу чего-то необычного. Погнали смотреть. Академик выдал тайное средство для иммунитета пожилых людей. Китайцы очень недовольны, потому что это средство – кровь китайцев! Покупатель обнаружил в пакете из Пятерочки странный предмет. Перчатку бесконечности! Правда, это была лишь начивка перчатки, но зато благодаря ей он выиграл PlayStation 5! И этим покупателем можете стать вы, если вы тоже затариваетесь продуктами в Пятерочке. Начивки — это эксклюзивная коллекция символов супергероев вселенной Марвел, и их можно лепить куда угодно. На куртку, на холодос, на кота, если он, конечно, не против эмблемы Спайдермена на гузле. Можно лепить их целой кучей и создавать стильные билды. В ход пойдут даже повторки, так что замути свой супербилд! В коллекции представлено 26 уникальных дизайнов с героями Марвела, а сами начивки выдаются в подарок в Пятерочке при покупке от 555 рублей. Акция действует с 9 марта по 26 апреля. Хочешь получить суперсилу Звездного Лорда? Это легко с начивкой Звездный Лорд. Стоп, а какая у него вообще суперсила? Самая редкая и могущественная начивка — это перчатка бесконечности. Кто найдет ее, тот сможет выиграть PlayStation 5. И кажется, в данный момент это намного реалистичнее, чем найти ее в свободной продаже. Хех. Чекайте подробности акции на сайте начивки.пятерка.ру и обязательно требуйте начивки в своей местной Пятерочке. Забытая советская мазь восстанавливает суставы изнутри. Раздается в каждой аптеке под названием... Тьфу ты, не, мазь, конечно, хорошая, но память напрочь отшибает. Вот что нельзя делать с вещами умерших. Запомните навсегда. В городе Санкт-Петербург распродажа съемных виниров. Путин опрадовал всех, кто старше 70 лет. Приятная новость. Мучиться вам осталось недолго. На берегу нашли живую русалку. Невиданное зрелище. Упс, кажется, не особо живую. Наверное, надо было помочь ей вернуться в воду, а не бежать за камерой. Да. Мне 55, а выгляжу я моложе своей 20-летней дочери. На 7 минут мажу лицо своей дочери говном. Ну и кто теперь симпатичнее, мразь мелкая? Нищета уйдет. Храните в углу комнаты обычную гору денег. Да, и нищета точно уйдет. Самая ядовитая часть. Что в курице категорически есть нельзя? Ведь кости. Он торчит, его не ешьте, серьезно, даже не пробуйте. Если ноют тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из пищи все, что они потребуют. Лишь бы больше не слушать их ничего. Вот кем оказался Горбачев по национальности. Не упадите, осторожнее. Вы же упадете! Фух, обошлось. Так, о чем я там говорил? А, пофиг. У всех, у кого остался советский вклад, очень важная новость. Советский Союз развалился 30 лет назад, ребят, сори. Да, это очень важная новость. Чтобы летом собирать под вами ведра картошки с куста. Прискорбная весть об Игоре Крутом пришла в Россию. Он оказался не особо-то и крутым на деле. Врачи, человек скоро умрет. Я про него вообще уже забыл. Заметили такое с ногами. Ну, типа, вот такое. В Антарктиде нашли вход в подземелье нацистов. Только посмотрите, а? Вы только гляньте, а? Ёбаные пингвины нацики. Дожить до 109 лет помогает чистка сосудов. Да, пока я жив, пишите мой рецепт. В чай капайте 86%. Если не имеют пальцы и скачет давление, ждите инсульт. Чтобы избежать этого, пейте 5 грамм крепкого кирпича. Что, упаковка отсюда сбила вас с толку? Вот с кем живет Людмила Путина сейчас. Не упадите! Да слезьте вы уже оттуда, упадете же! Вот так, да, аккуратно, да, слезайте и больше не залезайте туда. Популярный актер ушел из жизни. Час назад узнали. Простите, от кого? Сейчас стараемся пооперативнее. Нам же предстоит узнать, что это в принципе за актер был. Студенты нашли в воде камеру. Решили посмотреть карту памяти. Она вышла из строя из-за влаги. Отнесли в ремонт, там с них попросили довольно крупную сумму за восстановление. Долго думали, стоит она того или нет, но согласились, отдали 5000 рублей. Спустя неделю карта была восстановлена. Оказалось, что но на ней она пустая, ничего да? нет. Зря только деньги и время потратили. В том числе и наше время. Так себе новость. За эти рассуждения. О чем еще писать в провинциальном студенческом журнале? Рядом с землей обнаружили гигантскую суперземлю, на которой живут гигантские суперлюди. Новая любовь сына Яковлева. Да переберемся туда, будем там же свои наушники набирать. Узнав ее имя, поэтому мы вам его не скажем. Сварите чеснок в молоке и выпейте отвар. Хватит одного раза, чтобы вы поняли, что не стоит верить всему, что написано в интернете.
Это да. Для мужчины это была последняя рыбалка. Вскрыв рыбу, он посидел несколько минут и задал себе вопрос, а нахрена я вообще это делаю? Больше он рыбалкой не занимался. Охлобыстин научил дочерей проверять мужчин всего одной фразой. Служил? После намека Бузовой на беременность Дава сделал заявление. Спите с луком в носках, и вот что произойдет через неделю. От вас уйдут все родственники. Вот тоже этот будет косяк выдает еще, телефонных мошенников с потрохами. Алоха, это служба безопасности Сбербанка. Вас беспокоит. Да не, это правда я. Это я, Сбербанка. Находка на Марсе привела ученых в тупик. Самое страшное подтвердилось. Там нет жизни. Неземная красота. Супруга звезды сериала «Пес» затмила всех на собачьей выставке. Да, я иногда сплю с собаками. Сожгите меня за это. Россияне в панике, узнав, кто будет после Путина. Лучше сядьте. Мучилась с пигментными пятнами на руках, но меня выручил хрен. Про Навального? Теперь всем советую. Я же просил не называть меня так. Мужчина нашел два крошечных яйца и решил дать им шанс на жизнь. Но не выдержал и сожрал их. Чуть не лишил человека головы. От верблюда такого очень полезно. Не ожидали. А вы что, суки, думали, я шучу? Ничего зрелищнее, чем эти кадры, вы сегодня уже не увидите. Да, смиритесь, вот такой у вас скучный день сегодня. Пенсионер из Финляндии нашел себе необычного четвероногого друга. Теперь он каждое утро ждет, когда животное выползет из проруби. Да оно все никак не выползает. Походу, если в проруб упало животное, то оно уже не плывет. Опешило, когда муж начал заливать в арбуз цемент. Увидев, что получилось, побежала хвастаться к соседке, поскользнулась, и затвердевший арбуз упал на меня, сделав меня инвалидом на всю жизнь. Ну спасибо тебе, муженек. Нахрена ты вообще заливал в арбуз цемент? Мужчина увидел голодных детей. Зачем вообще заливать в арбуз цемент? Пригласил поесть. Когда он получил счет, растрогался до слез. Ну как? Как вы могли наесть на 15 000 рублей? Родители оставили в роддоме уникальных тройняшек. Как они живут 16 лет спустя? Смешные неудачницы, которые попали в просак. Тигр молил о помощи. То, что сделал мужик, потрясло сеть. Умоляю, помогите кто-нибудь. Мужик, слезь оттуда. Мужик, ты сейчас упал. Что ж он сегодня туда лезет, а? Он упал. Он все-таки упал. Какой кошмар. Так, ну дальше я так понял, ничего нету. Ну реально, блин, кто сейчас в 2021 году ведется на всю эту хрень, а, которую там пишут? Ну только если школьники какие-нибудь. Ну, взрослый человек, ну, не будет чокать на все подряд, типа, вестись на это. Ну реально уже. Что это все это какие-то кликбейты, которые заманивают на какие-нибудь там сайты, которые могут там оказаться с вирусами тем более. Ну, нафиг оно надо? Ну, ребят. Все же уже... Не идиоты, ну серьезно. А так ролик прикольный, мне понравился. Если понравился проект, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спокойно подписывайтесь, подписывайтесь на другие каналы, все подписывайтесь на Сындука. И до следующего видео.